Ребята, всем привет! Хотела сказать доброе утро, но сейчас не утро, сейчас уже вечер, ночь, а точнее уже почти 10 часов вечера. Я сейчас пришла вместе с Миланкой, были мы, в общем, у тети Лены. Мама с папой мне приготовили уже сюрприз, смотрите, шарики, как я хотела. Сюрприз начинается! Какая красота! Я, честно говоря, думала, что шариков не будет, потому что сейчас все закрыто, и я уже, честно говоря, смирилась с тем, что шариков у меня не будет. Спасибо, только она мне еще не достала. Посмотрите, какие красивые шарики. В общем, как видите, в шарике я там отражаюсь, я уже надела платье, и сейчас пофоткаемся, да, смотрите. А, да, конечно, вот еще, смотрите, вот такой вот шар есть с перьями. Какая красота вообще. Вообще офигеть. А звездочки, посмотрите, какие классные. Да, вот еще одна звездочка. А смотрите, есть шарики, на них написано «С днем рождения». Здесь принцесса написана. А здесь лебедь. Здесь принцесса, да. На каких-то лебедь. А какие-то вот такие вот жемчужные, как я и хотела. Какая красота! Ой, как классно! Спасибо! С днем рождения! И вот эти вот шарики одного цвета. Да. Классно. Я уже хочу лечь спать и проснуться. Ладно, все, ой, мы фоткаться. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, с днем рождения! Днем рождения тебя! На, вот тебе главный подарок! Только мы их не отварили, потому что... Ты захотела креветки, тарелку креветок, а мы их тебе не отварили, потому что думаем, ну рано утром ты вряд ли захочешь креветки, а в течение дня мы их обязательно тебе отварим. Ребята, всем доброе утро, я уже проснулась и у меня подарочки. А точнее тебя разбудили. Да, меня разбудили. Это браслетик свой. Да, посмотрите, какой это красивый браслетик. Вот такую открытку. Вот такую вот открытку. Какая красота. И... Вот, а смотрите. Еще посмотрите, какая открыточка. Это такой офигеть. Спасибо большое. Давайте подарочки открывать. Подарочки. Но что здесь вообще не попалось, я вам, конечно же, покажу. Попалось? Такие сюрпризики. Я покажу вам потом, попозже, да. В следующем видео. Не знаю. Это пижамка, да. Какой цвет классный! Я заказывала S-ку, а пришло 44S. Это вообще S-ка, тебе... но 44. Но 44S. Но вообще пижама, она не... Да, пижама не должна быть в обтяжку. У нее такие плечи приспущены. А, да, здесь как бы в модельке плечи... Не, хорошо, плечи приспущены. И брючки на резиночке. А брючки цвет такой классный. На резинке. О, слушай, какие приятные они. Да, ой, какой ткань да, приятная. Да, и здесь, красиво. Смотрите, резинка. И здесь, на веревочке, да. И здесь. Так что, я думаю, классно, да, будет? Да, классно. Что, пижамка понравилась? Да, она моя. А здесь что было? И мягенький, да, такой вообще классный. Очень приятный. А фирма это, потому что будут спрашивать, по-моему, Зара, если я не ошибаюсь. Да. А, Зарина, да, фирма Зарина. На завтрак, ребята, у нас вот такая вот пицца 4 сыра и конфетки, которые мне подарили, десерт с манго. Кстати, очень вкусные конфетки с такой небольшой кислинкой внутри. Я уже попробовала. Это же манго, конечно, будет кислинка. А еще мне очень понравилась упаковка. Вообще упаковка офигенная. Да, еще только как пакетик был. Прям вообще офигеть. Ладно, все. Это моя офигенная пицца. Всем приятного аппетита, кто кушает вместе с нами. А, ну, конечно же, чай, да, такой вот чай. А потом тортик, кстати, тортик мне до сих пор не показали, представляете? Ребята, ну, а мы смотрим Леди Баг. Да, я знаю, что мне уже 17, и вы скажете, что Леди Баг. Но, да, это мой праздник, и я смотрю сегодня, что хочу. Поэтому сегодня мы смотрим Леди Баг, и у нас такая дискотека. Мы включили... Винкс. Да, и Винкс. Мы включили диско-шар, такой, все подсвечивается. Правда, шарики немножко сдулись, но ничего страшного. А этот вообще достался. А он тебя поздравляет, ты принцесса. Ну ничего страшного, все равно очень-очень красиво.
Ребята, смотрите, что я придумала с шариками. Я их восстановила. Смотрите, какая красота получилась. Я просто шарики поприклеивала друг к другу. Ну, потому что, к сожалению, все шарики просто начали падать. Ну, а я поняла, что это не дело. И не может быть на день рождения так, чтобы шарики просто так валялись на полу. Поэтому я придумала вот так вот сделать. Ну, смотрите, мне кажется, неплохо получилось. М? Класс. Вообще классно. Это классно, это классно, классно, классно. Так, ребята, я уже накрасилась, как видите. И сейчас буду делать прическу. Так что, кому интересно, как я красилась, заходите, опять же говорю, на канал Beauty Lika Life. Ну, а я сейчас буду делать крутую-крутую прическу. Посмотрим, что мне получится. У меня есть время, так что если не получится, то сделаем что-нибудь другое. Но я надеюсь, что у меня все получится, и все-таки на день рождения у меня будет прическа, как я хочу. Посмотрим. Кстати, резинки у нас закончились. И знаете, где я беру резиночки? Вот здесь вот, на кукле. Милана надела все резинки прозрачные на куклу, и теперь приходится с куклы снимать резинки. Потом часа к 3 мы вообще рассчитывали на 2, но все-таки решили, что ладно, пусть придут к 3. К 3 часам придет тетя Лена с Даной. И мы уже зажжем свечи, задуем их. В общем, будем отмечать день рождения. Больше, к сожалению, никто к нам не придет, только придет тетя Лена с Даной. Но ничего страшного. Так, ладно, расчесываем. Так, аккуратненько расчесываем, потому что у меня волосы уже, смотрите, практически распались. К сожалению, так бывает. Не знаю почему, или накрутила на слишком влажные волосы, или я не знаю, с чем это связано, почему так быстро распались локоны. А, кстати, хотела же, конечно же, всех поблагодарить за поздравления. Их очень много. Я все ваши сообщения, все поздравления читаю в Инстаграме и в Директе. И на почту даже некоторые присылают поздравления. Всем большое спасибо. Не могу, к сожалению, конечно же, я прям каждому ответить, потому что сообщений очень много, но я стараюсь по возможности всех лайкать. Всем большое спасибо. Очень-очень приятно. Ну что, ребята, вот такая вот получилась легкая, немножко такая небрежная, но, как я и хотела, прическа. Пишите, как вам. Ну, а я сейчас буду одеваться и еще пофоткаюсь с шариками. Кстати, забыла перевернуть циферку на календаре. Ой, смотрите, здесь прям сердечко, прям для меня все придумали. Ну что, папа съездил сейчас за подарками, так как никто ко мне на день рождения практически не придет, поэтому все попередавали подарочки. Хочу сразу же сказать всем большое спасибо, кто меня смотрит из родственников. Сейчас буду все это открывать и смотреть. Ну а ближе, что находится в этих всех пакетиках, я вам покажу, конечно же, в следующем видео. Что, ребята, я уже оделась. Вот так вот буду отмечать день рождения в новой футболочке, которую мне подарили родители, в кожаных шортиках. Ну, а когда буду задувать свечки на тортике, то я переоденусь в платье. А еще я очень хочу уже быстрее съесть креветки. На креветки мы будем есть вечером, когда будем смотреть фильм. Мама сделала мой любимый салатик. Я его просто обожаю. Это мой любимый салат. Здесь у нас жарится курочка. Курочку я заказала. Ой, здесь пюрешка. А здесь шашлык. Ждем гостей, они никак не идут. А я уже, между прочим, очень-очень хочу кушать. Ребята, посмотрите, какой красивый тортик получился у мамы с папой. Я, честно, этот торт не видела, мне его только-только показали. Посмотрите, какая красота. Вообще офигеть, классно. Надеюсь, что он будет очень-очень вкусным. Может, не надеяться, он офигенный. А я думаю, может, не надеяться, он невкусный. Классно. Мы все еще ждем гостей. Все еще никак не приходят к нам. Но торт вообще офигенный. К нам наконец-таки пришли гости. Посмотрите, какой букет красивый. Пионы, как я хотела. Посмотрите, какие красивые нежные пионы. Розовые. Красота. Очень красиво. Фонтан на тарелочку.
фонтан сюда. Можно я фонтан уберу? Подставочки. Подставочки нужны есть? Дополнительные. Упадет? Не упадет? Упадет? Не упадет? Пофиг. Нормально, держится фонтан. Пап, ну давай. Давай. Вставляем свечки и дубль два. Постарайся розовенький и беленький. Да так, вставляй их и все. Да, вставляй так. Ты посчитала? Нет, я не считала, я на нее отвлеклась на орешке. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Не первый кусочек. Я такой могу. Нет, не первый. Не ее мельница. Потому что она, ну вот, а кайф от этого. Маленький такой маленький, давай сюда. Да, мне как раз маленький. Бессонница пала, не помогает. Это красный бархат, не помню, говорила, не говорила. Смотрите, пионы распустились и сразу стали такие большие. Запах прям на всю квартиру стоит. Ну, комнату точно. Класс. Но они еще не до конца распустились, там вот еще желтенькая серединка виднеется. Только. Какая красота. У нас уже ушли гости, и мы, знаете, что сделали? Ладно, давайте начнем по-другому. Как вы думаете, почему Макси это облизывается? Потому что мы отварили креветочки, и сейчас будем их кушать. Ну, конечно же, поделимся с Максом одной креветкой. Вообще, Макс очень любит у нас креветки, и он прям сходит с ума. Да, Макс? Я его позвала. Нет, скажи. Да, конечно. Нет, неправда. Посмотрите, что это? Он сейчас посмотрите, что он творит вообще ради этой креветки. Дай креветку. Но ее надо почистить, ее так не горит. Ну подождите. Мяу-мяу. Мяу-мяу. Че мяу? Че? Давай, на две лапки. На две. Макс, на две. В общем, мы сели кушать креветочки. Так что, кто кушает вместе с нами, всем приятного аппетита. А кто еще не подписался? Не подписался и лайк не поставил. Лайк ставим. Быстро. А знаете вообще, сколько у нас часов? Вечера. Часов. У нас уже... Где икра? Икра. Покажи. В общем, у нас уже без 20:11. Да-да. Кошмар. Ладно, ну а на этом мой влог такой подходит празднично к концу. Всем большое спасибо за просмотр. Еще раз хочу сказать всем большое спасибо за поздравления. И всем пока-пока.